понял. Да где меня замуровали? Понял. ППШ? Опа, это жулики? Это жулики. Так, где? Второй. Здрасте. Чё началось-то, блин? Двое ко мне подбежали. Трое. Двое еще. I'm going to be your fucking интересненько. Ну это одна тима была или нет? Вот в чем вопрос сейчас. Потому что если нет, могут еще где-то жулики сидеть. Ой, как лагает. Давай, игра, не лагай. Опа, нихера. Да господи, не помогает чат. Тесты неудачные прошли. Ни хрена не помогает. Нихуя себе. Ладно.
Еще и босс на локации, что ли? Слушайте, а реально, я когда скидываю сумку, происходит пролаг. Вы видите? Сегодня в чате об этом писали. Как только бросается сумка, сразу потеря пакетов у сервера происходит. Видимо, он пытается считать информацию. Это реально так. Охренеть. И вот смотрите, сейчас я буду поднимать. Снова будет пролаг сервера. Оп. Видите? А прикиньте, вот 20 человек на карте, 20 ЧВК на карте, да? Плюс челоботы. Скидывают сумки, подбирают предметы, что-то там перекладывают, файтятся. Это же, блин, ну... Неправильно, не должно так работать. Откуда, блядь? На втором этаже. Не пойму, вот он на улице бегает или на вторых этажах. Убрали возможность убирать мыло вот это на экране. Ни хрена себе! А вот эти, главное, оставили, ну. То есть лучшие они оставили. Но вот это вот мыло вот с экрана убирать теперь нельзя. Такие молодцы, так быстро пофиксили. А можно рассинхронно так же быстро пофиксить, не? Да сука! Какой надоедливый челобот, блин. Еще и там кто-то есть, охренеть. Давай зависнем, почему бы нет? Ёб твою мать! Нет, чат, хорош на сегодня, реально. Потестировали, все здорово, интересно очень. Из-за этих откидываний
откидываний. Надо было место крушения выйти. Нахрена я сюда побежал? What the fuck? Exit located. Чего, блять? Так, шестеро я убил. Кто-то был там еще с гранатометом на локации, и вот какой-то мастер по метанию гранат был еще.